Известное произведение Василия Перова, одного из ведущих русских художников второй половины XIX века, давно стало хрестоматийным примером бытового жанра в живописи. На рубеже 1860-1870-х годов художник оставляет остросоциальные темы и ищет отдохновение в отрадных сюжетах, посвященных природе, охоте, рыбалке. Перов с детства любил охоту и с гордостью называл себя знатоком поющего и растущего мира. Хорошо знакомая ему незамысловатая мужская трапеза на лоне природы написана с нескрываемой иронией и вызывает в памяти ассоциации с завиральными литературными героями многочисленных охотничьих рассказов. Перов показывает мир идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных, которые любят отдыхать чаще леса или на берегу реки, подальше от городской суеты. Пожилой барин, сидящий слева и войдя в роль, явно рассказывает небылицы. Висящий на груди бинокль старой модели намекает на солидный охотничий стаж. Добытые трофеи в виде зайца и уток подтверждают это. Мужчина явно доволен, хотя вместо своры у него одна собака, которой перепала часть добычи. Этот образ был написан Дмитрия Павловича Кувшинникова, известного в Москве полицейского врача и любителя оружейной охоты. Напротив него сидит молодой, новоиспеченный охотник. Поглощенный звучащими рассказами, он по рассеянности забывает прикурить, приготовив дымящийся фитиль и на папиросу другим концом. По неопытности он приоделся во все новое, но не слишком удобное для хождения по лесам и болотам. Неудивительно, что захваченные им на охоту якташ и сетка для дичи лежат пустыми, что, впрочем, совсем не расстраивает героя. Прототипом для него послужил 26-летний Николай Михайлович Нагорнов, будущий член Московской городской управы. В центре полотна изображен, по-видимому, местный егерь, который хорошо знает окрестности лесного хозяйства и является провожатым для своих знакомых. Его облик выдает в нем самого опытного охотника. Он недоверчиво улыбается словам рассказчика, подтверждая характерным жестом левой руки свои сомнения в услышанной истории. Для этого образа позировал Василий Владимирович Бессонов, дворянин, канцелярский чиновник и художник-любитель. Он был близким другом Перова. В 1869 году художник написал портрет Бессонова, который хранится в коллекции Третьяковской галереи. Охотничьи предметы, так красноречиво говорящие о героях картины, собраны в отдельные натюрморты и являются важным дополнением в сценарии произведения. Теплый желтоватый тон, объединяющий все фрагменты полотна, ассоциируется с цветом глубокой осени. Перов показывает, как нужно любить поэзию охоты, чтобы раскрепоститься, почувствовать себя сопричастным к первозданности и чистоте природного мира.